Из Чувашии с любовью. Юбилейный 10-й день чувашского языка и культуры пройдет в Ульяновске. Откроется он в ближайшую пятницу, 23 августа. На фестивале можно будет познакомиться с книгами, журналами и газетами на чувашском языке, попробовать блюда национальной кухни, прогуляться по выставке. День чувашского языка будет ярким, обещает в управлении культуры мэрии Ульяновска. Гостей праздника встретит настоящая чувашская красавица, победительница национального конкурса красоты прошлого года. В этом году основной акцент сделают на традициях. Жители и гости Ульяновска на выставке смогут познакомиться с национальной вышивкой, изделиями из керамики и дерева, чувашскими сувенирами. Праздничную программу продолжит большой концерт. На сцену выйдут лучшие национальные коллективы и солисты из Ульяновска, а специальным гостем станет чувашский вокальный ансамбль «Азамат».